Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы нашли, как он называется, Хармугстал, в котором какой-то непонятный маг разводил каких-то непонятных пауков. Но сейчас мы двинемся дальше по своему маршруту, который наметили серии две назад. Мы пойдем к путеводной звезде. По дороге, я думаю, мы еще что-то найдем, потому что не может, не та игра, чтобы такое большое пространство было пустым. Обязательно что-нибудь да будет. Так, подожди. Лошадка, ты, я смотрю, без меня тут не скучала, да? Варфоломеюшка, молодец. Так, ладно. Побегли, побегли. Узкое ущелье, она мне не нравится. Оп. Кто кого? Атронах или маг? Я ставку делаю на Атронаха. Все-таки. Блин, лошадь, ну что ж ты лезешь? Варфоломей, уйди от огня, пожалуйста. Ты знаешь, что ты живодер? Не разбираясь, ничего, тупо дал в табло. Ну что ты, блин, за лошадь такая? Так, ладно. Нам куда-то налево. Видимо, вот сюда. Хорошо. Блин, туман какой-то нездоровый, прям Silent Hill. Сейчас так и ждешь, что из угла пирамид голов вылезет. Ох, ну я бы ему настучал, конечно. Так. Блин, я все равно не туда, куда отскочу. Мне нужно вон туда. Надеюсь, дорога туда повернет. Не, дорога, судя по всему, куда-то в гору уходит. Блин, а по бездорожью-то... Ну, саблезуб, но... Варфоломей, не лезь, я сам... Че, все? Пойдем, поехали. Оно того не стоит. Не приставай к нему. Так, все, поскакали. Вроде бы дорога, да, вот у нее развилка, она идет в нужную нам сторону. Вот хорошо. Так, а это что? Двемерские руины. Бтардамс. Я, честно говоря, не хочу в них заходить. Это опять, блин, серии на 3. Они огромные, как правило. Одержимый. Ой, ты что, блюешь, что ли? Да хватит блевать. Лошадь, уйди. Подожди, это интересно. Это что за блевуны такие? Обалдеть. Давайте-ка заглянем, если есть возможность, конечно, такая. Блевуны, это всегда интересно. Ну, судя по всему, возможно, там, конечно, есть какой-то... А, вот. Блин, куда только... Мест, куда можно пойти, просто куча. Так, вот тут дверь. Там проход в скалы. Но он закрыт. Нужен ключ. Возможно, сюда мы пойдем по квесту какому-нибудь сюжетному. Пока что же ничего не видно. Так, потихоньку. Поломался чуть-чуть. Блин, я вот даже не знаю, идти туда, не идти.
Давайте пойдем. Ой. Блин, чуть не убился. Ладно, понял ваш прикол. Больше не будем. Хорошо открылся. Меня просто гложет любопытство. Ух ты, подожди, оно все поросло корнями. Что же это за блевуны такие были? Ну ладно, что. Нет, так нет. Нашим легче. Так, как мне выбраться из этого зоопарка? Слышь, лошадка моя. Варфоломей у нас что-то боевой какой-то сегодня. На всех нападает. Ладно. Как мне вас обойти-то тогда? Руины. Хорошо. Блин, местность, конечно, пересеченная. Просто ужас. Здесь, блин, пешком ходить, ноги переломаешь. А так, хоть Варфоломей ноги переломает, не я. Уже хорошо. Так, я приближаюсь хотя бы, нет ощущения, что я топчусь на одном месте. Нет, смотри, я довольно-таки далеко продвинулся. Большую часть пути уже сделал. Так, ладно, как мне подняться повыше теперь? Блин, Мишка... Михаил Потапыч, спокойно, пожалуйста. Свободен. Его убивать, правильно? Обычная зверюшка. Так, я в ту сторону иду. Блин, я путаюсь уже. Ну, в ту сторону, в которую мне надо, я по-любому не залезу, потому что у меня не горный баран. Хотя временами так посмотришь, кажется, что прям натурально. Ой, опять дракон. Так, сохраняемся. Ах, спрятаться-то негде. Так, сейчас, братень, все будет. Че за Саша? Ладно. Так, где бы мне от тебя прятаться? У меня здоровье, не сказать, что. Где он? Что-то он странно куда-то улетел. Ну ладно, пусть пока здоровье устанавливается. А он там с кем-то дерется, похоже, да? У него здоровье убавляется. Давай. Так, давайте-ка без этого, уважаемый. Хорошо. Оп. Опять эти кости тяжеленные таскать. Ну, бросать их тоже, конечно, жалко. Стальная булава. Что-то ничего хорошего вы не даете, ребятушки. Тут он, похоже, воскрес, да? Ладно, сохраняемся. Было совсем несложно. Так, нам вот сюда. Где наша лошадка, бляха, муха? Варфоломей, опять убежал куда-то. Так, где-то тут он должен быть. Вот он, дорогуша моя. Хорошо.
скакали наконец-то уже, куда мы две серии назад задумали прискакать, и все никак не получается с этими то драконы, то еще кто. Что ж такое? Так, ладно. Где-то он там похож на какие-то, судя по всему, искусственные сооружения, неприродные. Бабочка. Так, вот и прискакали. Так, что нам по этому квесту надо? Найти путеводную звезду Меридии. Хорошо. Так, лошадка. Рагнвальд. Лошадка, пока отдыхай. Оп. Драугры. Давно я с вами не дрался. Блин, ну если будет такая сложность, то это будет неинтересно. Сейчас возьмет, опять скакнет на уровне 36, чтобы любой враг тебя будет с двух ударов убивать, как это тут принято. Тоже будет неплохо. Почему она не может постепенно расти? Но тем не менее, давайте выполнять этот квест. Мне, честно говоря, хочется то, что она нам обещала. Что такое? Ладно, не будем беспокоить. Как-то тут все необычно. Таких подземелий я еще, конечно, не видел. И как мне попасть туда? Это, конечно, тоже интересный вопрос. Так, давайте-ка пока все остальные квесты выключим, чтобы они нам не указывали на выход, не сбивали с толку. А, вот же проход. Что ж я, блин. Ну ладно. Так. В глубину уходит, короче говоря. Камень душ, он мне не нужен. Да мне вообще уже практически ничего не нужно, честно говоря. Только драгоценности всякие. Да и все. Так, я не удивлюсь, если тут будет то же самое. А нет? Здесь просто сундук. Золото, зелье магии. Нафиг. И, кстати говоря, от нее, похоже, ведет. А нет, это не ловушка. Ладно. Так, ну что? Слышу ловушки. Что-то пока безлюдно как-то, да? А вот слышу кого-то. Вот тебя. Так, хорошо. Давайте осматриваться. Ага. Обезоружил у нас один такой. В свое время, как они давали мне просраться, конечно, да? Было дело. Но все течет, все меняется.
Так, ладно. Тут можно поджечь, похоже. Еще один палач, судя по всему. Так, а нам, похоже, он туда. Да, палач. Хорошо. Так, ну, в принципе, тут есть куда идти, можно туда сходить. Так, а ты даже ничего не заметил, да? Можно туда, там дверь какая-то сходить, но меня, честно говоря, пока что интересует. Блин, а я сейчас спущусь, мне подняться обратно будет не так уж и просто. А, давайте сохранимся, потому что я чувствую, я сейчас туда подойду, и вот из этого гроб ли это, или что, вылезет что-то непотребное. Отопрешь саркофаг, откроются, наверное, вот эти вот двери. И тут то, что нам нужно. А, теперь я понимаю, зачем эти ходы в разные стороны. Видимо, туда пойдешь и, собственно, найдешь то, что нам нужно. Что ж, тем интересней, тем лучше. Ой, какой я, блин, неуклюжий. Да, не кричи. Хорошо. А, ну и, собственно говоря... Так, подождите, давайте осмотримся. Великий камень душ. Так, наверх у нас там что наверху? Вот это меня больше всего интересует. А наверху у нас тут дверь. Кругом дверь. Дверь заперта с той стороны. Понятно. Так, ну пойдемте в нижнюю тогда, что ли? Вот сюда, в канал. Потом сходим в противоположном направлении. Блин, как мне все это напоминает пенумбру, говорю, амнезию. Прям, ну вообще. Добрый день. Слепошарый. Хорошо, совсем не сложно. Хорошая древняя секира. Так, еще один такой же. Еще слышу где-то одного. Где-то надо мной, да-да-да, наверху. Ну ладно, провоцировать его не будем. Блин, сколько тут всего, куда идти? Хорошо. Где-то вон там он ходит. Но сейчас его, понятное дело, там нет. А, явно придется мне замочить ноги.
Хорошо. Вообще, сдается мне, что туда какие-то черепа, наверное, ставить надо. Больно уж там выемки подходящие были. Блин, масштабы, конечно, просто огромные. Ходить, не переходить. Я тут был вообще, нет? Нет, меня тут не было. Блин, еще третий этаж. Да что ж такое? А, вот. Вот она. Хорошо, точно череп. Так, ладно. Я рад, что вы переполошились, но мне, пожалуй, пора уходить. С вами, ребята, хорошо, но без вас еще лучше. Так, возможно, с третьего я смогу выйти. Хотя выход, скорее всего, вон там. Оп, ловушка. Но у меня легкая пост, поэтому не сработает, ребятушки. Можете не стараться. Хорошо. Новичок. Да, посмотрим, новичок. Как ты сп... А вообще легко. Так, ну и чё? Да, это обратно в храм. В принципе, пойдемте. Хотя там, конечно, блин, может там что есть... Давайте глазком глянем, просто интересно, что же там около этих пробудившихся? Вполне возможно, что там и второй череп лежит, поэтому не хотелось бы мне нарезать круги почем зря. Как говорится, спешка нужна при ловле блох, поспешишь насмешишь и тому подобные афоризмы. Вон там, видите, что-то там есть. Они меня все же не увидят. А если увидят даже, то какие проблемы. Драться с ними легче легкого. Так, ну там точно ничего нет. Ты там тоже. Ну ладно, зато душенька спокойно, как говорится. Все, хобот с ними. Да, персонаж у меня уже получился такой профессиональный расхититель гробниц. Уже как-то оцениваешь ситуацию. Не то, что там боязно как-то пробираться вперед. Уже как работа воспринимается. Уже ко всему привык. Всего повидавший. Закалившийся, так скажем. Скоро, кстати, 36 уровень надо, блин, на доидрические эти потратить. На кузнечное дело. И выковать себе один доидрический кинжал, один доидрический меч. Вот это, я думаю, будет полезным приобретением. Так, ладно. Тут у нас пока спокойно. Давайте один ставим сразу. Оп. Хорошо. Теперь пошли вставлять второй. И выйдем мы, я так понимаю, отсюда. Угу. Хорошо. Это очень хорошо. Даже очень хорошо.
А здесь такое ощущение, что люди живут или нет? Блин, какая в этой игре прикольная нежить, все-таки такая с характерным уклоном викингов. Как и все, в принципе, даже нежить того же плана. Так, ладно. Зачем мне слабое зелье лечения, не знаю, но пригодится хотя бы по милипизеру, но добавит. Так, ладненько. Тут опять притворюхи, наверное, лежат. Но я даже не буду обращать на них внимания. Ну вот, допустим. Вот. Сейчас я пройду подальше, они встанут. Как пить дать? Вроде нет. Нашим легче. Оп, ой. Тихоха, тихо. Так, ну в принципе, давайте-ка мы давно огненное дыхание не пользовали. И теперь давайте по старинке уже. Так. Я покричу. У нас один кричал. О, твои подружки прибежали, что ли? О, как вас много-то. Братиш, ты меня не обижай. А то я буду вынужден позвать друга Валеру. Да харе! Все прибежали. Да сколько у вас, елки-палки. Так, пора подлечиться, это уже серьезно. Называется, да выпендривался. Так, ладно. Хорошо. Неплохо помахались, надо сказать. В принципе, было весело. Все окружающие, конечно, понабежали. Это печально. Ну да ладно. Да что ж такое? Как я мог их не заметить, а? Хотя, скорее, тут другой вопрос был, как я мог их заметить. Очень неочевидные такие вещицы. Ладно. Я чувствую, что мы где-то близко. Тут мы проходили. Че, скамейка? Нет, гроб. У нас есть дорога туда. И есть дорога туда. Я думаю, тут просто какой-нибудь ништяк лежит. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это храм, да? Да. Значит, в той стороне у нас череп. Вот и он, кстати говоря. Так, откуда полезут? Полезут отсюда, скорее всего. Да какая разница? Подожди, а тут у нас что-нибудь хорошее есть вообще? Да, в принципе, такси. Вот в этом гробу, кстати, может быть кто-то хороший, с кого можно будет что-то поднять. Так, тут еще гроб, тут тоже встанут. Ладно. Предупрежден, значит вооружен, как говорится. И тут гроб, понятно. Трое их будет. Так, ну а мы, стало быть, петляем.
Кто это такой? Палач обычный, что ли? По-моему, палач. Сейчас узнаем. С палача-то что брать? Страж Сирик. Ух ты! Хорошо. Теперь этих осталось допинать. Я чувствую, что у него что-то хорошее. Кстати говоря, возможно, и второй был такой же. Так, я тут, ребят. Я тут. Эй, чё он не машет? А, у меня один меч просто, понятно. Так. Ну давай, порадуй меня. Честно говоря, шляпа и щита. Ну хотя бы стрела. Хотя бы одну стрелу вернул. Ладно. Ладно. Череп получили, уже хорошо. Так. Отпираем засов. Тут ничего нет. Ну, всякая мелочь. Тут мы были. Тут мы были. Понятно. Так, хорошо. Ох. Вот это уже серьезно. Стар безумный. Да нет, тоже слабый. Хорошо. Я надеюсь, хоть с тебя что-то мне эдакое. Так, ладно, почему я не могу тебя обыскать? Братюнь. А, горстка. Так, Атар. Еще одна маска, судя по всему. Увеличена сопротивляемость огню, холоду, электричеству. Вот эта вещь действительно хорошая, судя по тому, что у меня каких-то защит от магии нет. Это, я думаю, нам пригодится. Блин, чуть не пропустил такую важную вещь. И, в принципе, так, что мне дает моя накидка? Капюшон. А, луки наносят на 20. Но я думаю, вот это будет полезнее все-таки. Да, опять эта уродливая маска. Но ничего страшного. По-своему, она симпатичная. Очень такая необычная, похожа на маску ситов из второго Knights of the Old Republic. Так, путеводная звезда Меридии. Красивая штука. Золото. Блин, ты посмотри, какая красота. Хорошая вещь. Открылся мой знак. Однако не время ликовать. Отступник продолжает пятнать мой храм. Возвращайся к моей статуе на горе Килл. Я сделаю из тебя сосуд, несущий мой очищающий свет. Да мне, честно говоря, по барабану и ты, и твой храм, но мы пойдем туда за профитом, но сначала мы получим слово силы. Хорошо. В принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. В следующей
пойдем уже к ее храму, посмотрим, что на самом деле там, разберемся уже с этим квестом. Ну а на пока что все, с вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока. Will you be ready? Will you?